Привет. Ну, выкладывай. Да, знаешь, работать без тебя – это просто ужасно. Мы-то были партнерами. Я не хочу говорить о работе. Это потому что... А тебе правду говорят? Все-таки, как дела у девочек? У них все хорошо, а я много работаю. Ты мне еще должна за прошлую пятницу. Но можно потом, правда? О, нет, прости. Да нет. 50, прости. Спасибо. Спасибо. Пока, мам. Люблю Пока. Вас. Медсестра Логрен, это офицер Браун. Вы помните Анну Мартинес? Вот так. Да, ее смерть была внезапной. Вы не могли бы взглянуть? О, инсулин в ее организме – это ошибка с задвоением дозы препарата. А это очень редко. Мы понимаем, что вы работаете с Чарли Халлином. Он мог быть причастен. Эй, голубки! Я все не нарадуюсь. До чего симпатичная малышка ваша Ванесса? Кто такая Ванесса? Боже мой. В ее капельнице инсулин. Код синий, палата 103. Код синий, палата 103. Господи! Он работал в 9 больницах. В 9. Вы о чем? Я... Нет, больница бы что-то сделала. Должна бы. Да. Помните своего коллегу по имени Чарли Каллин? Да. О нем ходили слухи. У умершего нашли инсулин в пакете с физраствором. Привет, девчонки. Проходи, садись. Ты чего такая странная? Он убивает людей, даже не касаясь. Он найдет себе новую работу. И это будет продолжаться. Надеюсь, вы меня слышите. Он сейчас заходит. Привет!